Шаг навстречу к абонентам. В рабочем поселке Маслянина открылся офис обслуживания ТВК. Теперь все услуги и консультацию специалистов жители могут получить в шаговой доступности. Подключить качественный интернет и интерактивное телевидение, оплатить услуги без комиссии. Медиахолдинг ТВК больше 20 лет на рынке телекоммуникационных услуг. Сегодня это один из крупнейших провайдеров Новосибирской области. Компания никогда не стоит на месте. Каждый день она растет, развивается и расширяет свои границы. Доказательство этому – открытие офиса обслуживания абонентов в рабочем поселке Маслянина. Ведь один из главных принципов работы медиахолдинга ТВК – быть ближе к своим абонентам. 3 года мы уже работаем на территории рабочего поселка Маслянина, и в настоящий момент пришли к тому, что нам важно быть ближе к абонентам. Для этого мы сегодня открываем офис обслуживания клиентов ТВК. Теперь все вопросы можно решить в шаговой доступности от дома. Опытные специалисты проведут консультации, помогут оплатить и подключить услуги от медиахолдинга. Также здесь абоненты смогут получить квалифицированную техподдержку. Подключить интернет, телевидение, смотрешка. Также в офисе заключить договор, оплатить наши услуги без комиссии. Клиентам приходилось звонить на горячую линию, то есть, может, для кого-то неудобно. Сейчас непосредственно они могут обратиться, то есть, сюда нам в офис, то есть, заключить договор, либо какие-то вопросы у них будут, непосредственно они уже могут напрямую к нам сюда обращаться и будет решаться вопрос. Рабочий поселок Маслянина растет и развивается, и динамичную современную жизнь невозможно представить без интернета. При этом важно, чтобы услуги удаленного доступа были качественными. И в этом помогает медиахолдинг ТВК. С 2019 года, как только они зашли на территорию рабочего поселка Маслянина, мы с ними плотно работали. То есть, чтобы оперативнее, быстрее эти услуги уже получали все, кто находится на территории Маслянинского муниципального образования. Он нужен, давно был уже этот офис, поэтому я думаю, что это же все делается для жителей рабочего поселка Маслянина. Это дополнительные услуги для населения рабочего поселка Маслянина. Какой же праздник без веселых игр и призов? Для детей медиахолдинг ТВК подготовил развлекательную программу. Интересные и увлекательные игры со сладкими призами. Активным жителям, которые приняли участие в тематической викторине, вручили брендовую продукцию от ТВК. Но главным подарком стал розыгрыш сертификатов. Порядка 10 счастливчиков стали обладателями бесплатного подключения к сети медиахолдинга. Мы уже являемся абонентом ТВК практически, наверное, с первых дней появления его в нашем поселке. Пользуемся, рады безумно, это уютно, это здорово, это по-домашнему. А сертификат я подарю своему сыну, который совсем недавно начал свою семейную жизнь. И я думаю, что это будет большим подспорьем, большой удачей и большой радостью для молодой семьи. Сразу же, как только в наш район зашла компания ТВК, сразу же подал заявку, позвонил по горячей линии и буквально через полмесяца уже радовался быстрому интернету. Подключить надежный и качественный интернет, интерактивное телевидение, получить квалифицированную техподдержку и оплатить услуги без комиссии жители рабочего поселка Маслянина могут по адресу улица Партизанская, 9. Наши специалисты консультируют абонентов с 9 утра до 6 вечера по будням.